Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре сорт бегонии беликонии Hot Orange. Цвет лепестков красно-оранжевый. На солнышке более яркой окраской, более насыщенная. Под светодиодной лампой, конечно, она более бледная. И серединка у него также более окрашенная. Здесь больше желтого. Листья светлые. У этой бегонии лист более светлый. Вот, например, сорт Soft Orange. Имеет более темный цвет листа, больше бурого. Вот это Hot Orange, это Soft Orange. Первые цветы, конечно, они такие более растрепистые. В дальнейшем лепестки у него, конечно, выправляются, становятся прямыми. Но вот сейчас, видимо, из-за того, что он находится дома, не на солнце, вот имеет такую... даже не знаю, попугайную форму цветка, взъерошенную. Все, всем спасибо.